Здравствуйте, господин посол. Рад видеть. Рада видеть. И сразу скажу, что очень вам благодарна за то, что вы согласились. Ну, конечно. Ну, конечно. На эту беседу, потому что ваши слова у нас расцениваются как голос Европы, Евросоюза. Mm-hmm. И потому мы к ним прислушиваемся и, конечно, делаем какие-то выводы. Да. Значит, ну, тогда попробуем отвечать на вопрос. И первый вопрос. Да. Господин посол, как часто вам приходится говорить себе и другим, что вы не понимаете то, что происходит в Молдове? Это очень хороший вопрос. Я признаю, что бывают такие ситуации. Угу. И довольно часто бывают такие ситуации. Да. И очень часто бывают такие ситуации, когда я только что делал какие-то выводы себе, и потом что-то резко меняется опять. Ну, я думаю, что это часто работа дипломата. Быть способен довольно, как сказать, быстро переориентироваться, собирать факты, анализировать их и делать опять новые выводы. Ну, конечно, тогда может случиться, что ситуация опять меняется и процесс опять начинается снова. Тогда спрошу вас прямо, как вы поняли последнее решение Конституционного суда, которое у нас одни назвали политическим, другие назвали юридическим. Вот вы в основу этого всего, что бы все-таки заложили, чего в этом решении? Я думаю, что мы еще чуть-чуть в процессе анализировать это решение. И как, когда я сказал, что что-то может менять очень быстро, это именно такие ситуации, где, где эти изменения довольно большие, угу. Где что-то, когда что-то абсолютно неожиданное. Угу. Мы, конечно, признаем это, что очень много в обществе говорили о желании иметь прямые выборы президента. Но это один факт. Так. Другой факт – это, конечно, как. Как демократически, какой будет процесс, что для Европейского Союза очень важно, что вещи делаются по правилам, что политические решения принимаются с консенсуса, что выборы организуются согласен европейским и международным стандартам для демократических выборов. Я думаю, что при всего этого мы, как сказать, отметим, что такое решение было принято. Я подчеркну, что у нас есть такая принципа, что обычно мы не так как не делает тоже Венецианская комиссия Совета Европы, мы не делаем заявление или комментарии насчет решения Конституционного суда в любых странах. Потому что если думается про независимую судебную систему, которая, конечно, в Молдове вообще чуть-чуть по сомнениям и выводы Совета Европейского Союза, мы тоже говорим об этом. Ну вот вы иногда комментируете, господин Топилов. Иногда, но очень осторожно. Очень я осторожно. Думаю, что я очень осторожно, когда мы делаем наши выводы, мы очень осторожно, может быть, комментируем. Я хочу подтвердить ваши слова, что действительно осторожно, но все-таки вы свое мнение как бы о том, может быть, не о самом решении, но о фоне, который сопутствовал тому или иному решению, вы все-таки высказываетесь. Вот смотрите, когда у нас решался вопрос с парламентским большинством, с президентом имеет право или должен прислушиваться, вы сказали так. Иногда шокирует то, как быстро Конституционный суд у вас функционирует и отвечает на вопросы. Я думаю, что я не использовал слово «шокирует». Нет. Я это перевод? Что это перевод. Но я сказал, что иногда я вижу, как для меня удивительно, как быстро Конституционный суд принимает решение. Поняла. Это важный нюанс. Тогда, если вы В Молдове я уже, как сказать, выучил, что мне очень мало вещей больше шокирует.
Я не знаю, это звучит как-то так настороженно, знаете, настораживает, да, безусловно. Если не говорить о самом решении суда, то как вы отнесетесь все-таки к тому факту, что оно было принято без консультации с Венецианской комиссией? Вот, как правило, изменения в Конституции, есть такая хорошая традиция у стран, которые являются членами Совета Европы, да? Особенно если страна провозгласила европейский вектор своим главным политическим вектором, все-таки консультироваться. Вот этот факт вас не настораживает? Я думаю, что... Я отвечаю, говоря чуть-чуть о другом. И это вообще о важности конституционального реформа, чтобы гарантировать, что больше не было бы, как сказать, блокирующие факторы в политической жизни, потому что мы уже имеем определенный опыт. Но я тоже хотел бы подчеркнуть этот факт, о котором я уже говорил, что надо играть по правилам, не с правилами. Потому что если мы думаем о конституционном праве, например, и вы видели, что тоже выводы Совета Европейского Союза, мы очень много говорим о диалоге всеми политическими силами, о диалоге ради будущего Республики Молдова, тогда и о инклюзивности этого диалога. Это тоже, как сказать, пойдет чуть-чуть ближе к идее конституционного реформы, потому что тот факт, что большинство, которое требуется, которое нужен для конституционного реформы и для изменения Конституции, такая большая, это именно говорит о том, чтобы Конституции нельзя использовать в политическое, тактическое развитие. Это должно быть документ, который даст и поставит на место правила игры для политического жизни, который принимается всеми политическими силами, который принимается с очень большой... Можно даже почти говорить о консенсусе, но где в обществе есть очень широкое, было бы очень важно, что в обществе была бы очень широкая поддержка для этих основных правил игры, которые управляют политической жизнью. А как вы поняли, и вот прокомментируйте это, пожалуйста, вот ситуацию с переведением под домашний арест группы Петренко. Вот смотрите, вы поприветствовали это решение, да, но сказали, что это всего лишь промежуточный этап. Да. А промежуточный этап перед чем? Перед полным освобождением, как вам видится, либо все-таки перед обвинительным каким-то? Я думаю, что вы знаете, что Европейский Союз относится к делу Петренко очень с большим вниманием и очень, как сказать, с волнованием тоже. Угу. С волнением. С волнением. Потому что, конечно, ситуация, где человек сидит и ждет заседания суда долгое время, где в тюрьме, это что-то, которое для европейских принципов очень-очень странно. И есть много людей в обществе, но тоже внутри и парламентская ассамблея Совета Европы, да, в Европейском парламенте, который считает, что в этой дело группы Петренко есть политическая основа, больше, чем юридическая основа. Так. И когда я говорю о промежуточном решении, я имею в виду это, что должно иметь прозрачную, юридически основанное, честное решение судебной инстанции, который решает этот вопрос не на политическом основе, но в реальности на юридическом основе
наблюдая европейские ценности и принципы права человека. Можно личное впечатление? Когда рассматривался вопрос о судьбе группы Петренко в предпоследний раз, потому что уже когда было принято решение, то уже понятно, в зале были европейские дипломаты. Знаете, как у нас это расценили? Ну, как сигнал нашим властям. Надо выпускать. Вот так СМИ значит, Я думаю, что здесь есть очень четкий сигнал властям об этом, что надо следовать закону и слово закона, и духу закона. Дух – это европейские обязательства в правом человека. Так. И играть именно по правилам. Спасибо. Тогда вопрос очень простой и очень сложный, мне так кажется. Как вы сегодня оцените официальные отношения Молдовы и ЕС? Потому что вы не станете отрицать, что после, ну, я так надеюсь, по крайней мере, знаменитого дела с кражей миллиарда, после наших массовых протестов, после кадровых решений, вы знаете сейчас, о чем я говорю, мне кажется, что они изменились. Да, и у самого Евросоюза на фоне всего происходящего, мне кажется, появились тоже еще другие вопросы. Как вы оцените официальные отношения? Но есть определенный и больше, чем один элемент, в котором я хотел бы сосредоточиться. Вы, наверное, и все, наверное, читали выводы Совета Европейского Союза, резолюции, который по языку был в одно время, временно довольно, ну, я бы не сказал бы жестким, но прямым, ясным. Так. Вы тоже видите этот, что мы решили смотреть вперед, который тоже было политическое решение, потому что эти отношения, которые между Европейским Союзом и Молдовой, они основаны на соглашении об ассоциации. У нас есть довольно, как сказать, глубокое партнерство, но это не партнерство между политическими элитами Европейского Союза и политическими элитами Республики Молдова. Они действительно являются отношениями между Европейским Союзом и Республикой Молдова как страной. Да. И наш интерес, интерес Европейского Союза, который совпадает с нашими ценностями, кстати, это, что люди в Республике Молдова жили лучше, что они имели возможности, чтобы они имели рабочие места, зарплаты, которые растет, что в стране появились новые инвестиции, чтобы все эти торговые возможности, в конце концов, открыли самый большой и богатый рынок в мире для для Республики Молдова, чтобы это благо из всех этих решений действительно могло бы использовано Республикой Молдова. В то же самое время, я думаю, что мы довольно четко видели ситуацию в стране. Так. Очень много хороших слов были. Да. Очень много мы слышали, да, будут эти реформы, будем делать и так далее. Но мы себе нашли в ситуации, что 12-15% ВВП исчезли через банковскую аферу, что доверие к реформе юстиции очень мало, непрозрачность существовала внутри нашего, внутри энергетического отрасли, где, как сказать, верховенство закона не было гарантировано в таком плане, как мы хотели бы видеть, где коррупция начинает быть огромной проблемой. И мы, я думаю, что нашли себе в такой ситуации
что мы больше, мы теперь ожидаем в наши отношения конкретика, угу. конкретные действия. Так. И не, то есть этап от слов к делу вы ждете? От слов к делу. И когда вы смотрите эти выводы, вы видите, что в одну сторону мы имеем очень глубокие отношения с Республикой Молдова. Мы хотим помочь, поддерживать, mm-hmm. так. но мы не можем делать реформы для Республики Молдова. Эта политическая воля надо найти внутри страны. Мы можем только поддерживать. Mm-hmm. И поэтому тот список, тот 13 пунктов или сколько там мы объединили, они показывают отрасли, где мы ожидаем да. конкретно. Я верю, потому да. что об этом часто да. говорится, да. этот список не меняется. Да. Этот список не меняется, но уже, я думаю, что месседж очень четкий. Очень четкий. Вы знаете, вы, не знаю, сейчас, может быть, тоже что-то в переводе вам не понравится, но мне кажется, что то, что вы сказали совсем недавно, звучит. Вы сказали так, главная проблема, по моему мнению, это отсутствие политической воли mm-hmm. и преобладание личных интересов над национальными. Говорили такое? Да, говорили. Говорили. В результате необходимые реформы да, в различных областях проводятся выборочно. Mm-hmm. Это вызывает сомнения в искреннем намерении молдавских политиков проводить серьезные преобразования. Mm-hmm. Знаете, что я скажу по этому поводу? Mm-hmm. Это звучит как приговор молдавским властям. Но по сути. Страна суверенного, так. Это не наша работа и не наше право произносить приговоры, но мы можем эти решения, этот подотчетность, вопрос о подотчетности, угу. это между молдавским народом угу. и молдавскими властями. И власть должна быть подотчетным перед избирателями и перед, перед народом. Но мы готовы инвестировать очень много технического помощи, очень много бюджетного помощи тоже, чтобы помочь Республике Молдова. Но мы готовы инвестировать это только условно. Потому что если я, например, которые являются подотчетным, так как наши министры, так как мое начальство в Брюсселе, mm-hmm. верховный представитель Федерико Могерини или комиссар Хан, они являются подотчетными перед европейскими налогоплательщиками. Да, да. Поэтому это очень... И у нас есть интерес... И когда мы, например, говорим иногда о стабильности, мы имеем в виду стабильности, демократической стабильности, стабильности, где демократическая демократизация общества, подотчетность в этой обществе mm-hmm. станет сильнее, и где доверие между политическим классом и или доверие к из стороны народа к политическим классам является достаточно высоким. Потому mm-hmm. что только этого даст такой стабильность, который может продолжать, который даст возможности для страны развиваться, который даст возможности людям жить достойно. Да. И поэтому вы видите, что наши отношения теперь найдутся в ситуации, где мы высказали, в каких параметрах мы можем дать финансовую и политическую поддержку, угу. и что мы ожидаем, и ожидаем конкретные шаги, когда министр Галбур встретился с комиссаром Ханом и потом встретился в Мюнхене с верховным представителем, с госпожей Могерини,
Они договорились на дорожные карты. Да. С датами, с деталями, да, с конкретными. Да, 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 я знаю, о чем и вы говорите. И мы будем об этой дорожной карте внимательно совета, следить. И да. совета об ассоциации 14 марта. Марта, да. Мы будем обсуждать все эти вопросы, все эти реформы, которые должны делать. Наш месседж – это месседж поддержки, но очень условный. Очень условной поддержки. Хорошо. Да. Тогда вам, наверное, будет интересно узнать, что говорят в неофициальных беседах. В том числе и наши политики. Причем политики, как и представители власти, да, да. так и представители оппозиции, они говорят так. ЕС разочарован поведением молдавских властей, но терпит. А терпит потому, что социология показывает, что если состоятся досрочные выборы, то тогда к власти могут прийти пророссийские партии. И поэтому, хоть они такие, какие они есть, вот вы их там критикуете, но все-таки это лучше, чем то, если бы пришли другие партии. Так говорят. Они правы? Ну, тот факт, что вы видите выводы, который в резолюции, которая была принята в Брюсселе, очень четкое, как сказать, отношение между, например, программам с МВФ, который внедрение которого будет как означать самое важное условие, означать очень большие реформы, которые будет ограничивать эти, как сказать, личные экономические интересы в политической жизни. Вы видите, что мы теперь не намеренно думать о их люди или наши люди. Я думаю, что мы столько уже говорили об этом, что слишком много было использовано и злоупотреблено. Геополитические термины для внутреннего использования в стране и, может быть, использования в наш адрес. Да. Правительство, которое для меня было бы проевропейское, было бы на первом очереди промолдавское. Правительство, которое работало бы, учитывая интересы своих налогоплательщиков, своих граждан, своей макроэкономической стабильности, своей энергетической безопасности, своей демократизации. Я думаю, что страна будет развивать, и наши отношения будут развивать намного лучше и намного эффективнее, если мы не играли бы на эти слова. Да. Мы имеем диалог с всеми политическими силами. И мы строим отношения между Европейским Союзом и Республикой Молдова, не между одной группой политической партии или другой. И я сказал бы так, что для меня, я надеюсь, что кто угодно будет во власти в этой стране или будет ответственен за этой стране, потому что мне очень не нравится это слово «власть», потому что это чуть-чуть старомодное, это как управлять изверх. А какое вам слово нравится тогда, если не власть? Который несет ответственность этот... Управленец тогда, я не знаю. Управленец, но правительство не должно означать власти, но должно означать ответственности за будущее страны. Вот я соглашусь. Мне, знаете, кажется, в чем проблема? Когда я вот задаю вопрос этот, то я понимаю одну простую вещь. Знаете, какую? Ни одна из ведущих держав, то есть стран, ни одна из известнейших, самых глобальных каких-то организаций, да? ЕС – это какая организация, никогда не говорит такую фразу. Мы поддерживаем ту или иную партию, мы поддерживаем ту или иную силу политическую. Они всегда говорят одно. Мы поддерживаем народ этой страны. Да.
Но это все неправда. Потому что, сейчас я позволю, ну, это все неправда, потому что, да, мы будем со мной спорить, мы будем спорить, мы будем пытаться выявить, кто из нас честнее. Понимаете как, если бы это была правда, то тогда бы не было геополитики. И мне кажется, что вот тот факт, что ЕС на сегодняшний день является геополитической организацией, нужно признать. А если мы это признаем, то тогда, исходя из этого, мы уже можем честнее отвечать на какие-то вопросы. Не говорю, что ты единственная геополитическая организация. Да. Но скажем так, что я не согласен с вами в этом плане, что Европейский Союз, конечно, является довольно сложным зверем, потому что мы не организация, но мы не федеративное государство. Ну, тоже да. Мы что-то неопределенное в этом плане. Я знаю, что даже для граждан Европейского Союза иногда чуть-чуть трудновато нас понимать. Да, соглашусь. Но могу я не быть с вами согласен. В этом плане, что если я думаю о истории Европейского Союза, история Европейского Союза была, в конце концов, история европейской интеграции начинала из этого, что мы видели после Второй мировой войны, насколько наш континент страдал именно из геополитической конкуренции. И поэтому мы строили на основе ценностей, на основе правовое государство, да. На основе приоритет человеческий, ценности. На основе, как сказать, совместного управления с ресурсами и так далее, и так далее. И когда холодная война закончилась, мы, я думаю, что автоматически думали о нашей собственной истории. И Европейский Союз всегда был, как сказать, чуть-чуть трудноватым в этом, что мы никогда не хотели расширяться. Но это было больше страны, которые хотели присоединяться. Если я думаю о стране, как Польша, ну, вот Чехия, Словакия, дайте мне объяснить это. Да, это важно. Это очень важно. Они хотели вернуться, может быть, домой после раздела Европы, после холодной войны. Но все в этих обществах и политические лидеры, и народ поняли, что это возможно только через реформы, только через стройное правовое государство, только через эти вопросы. Потому что у нас, для нас ситуация, где часть наших членов тогда была бы не, которые не разделялись бы наши ценности, это было бы слишком дестабилизирующее внутри Европейского Союза. Конечно. Но они знали, что делать. Потом, в 2004 году, когда, и в 2003-2004, когда мы уже знали, что будет это большое расширение, волна расширения, расширение, тогда больше и больше страны, как Украина, как Республика Молдова, как другие, начинали говорить, что но мы тоже хотим ближе к Европейскому Союзу. Я знаю, что в начале для очень много это было даже трудно, ну как так. Но мы тогда были, в 2003-м мы тоже согласились вокруг европейской стратегии по безопасности. И тогда в наше соседство мы говорили о важности иметь страны, которые управлялись бы через демократию, правовое верховенство права, рыночная экономика, которая работала бы. Мы начинали думать, ну как поддерживать такого развития больше, потому что мы просто поняли, что для стабильность, для будущего, для
благополучие всем в этой континенте, эти ценности было, помогло бы. Но да, мы, это думаю, логично, что выучили тоже потом, что этот, как сказать, политическая воля, которую мы, я думаю, что ожидали, когда люди говорили, что ну, мы хотим ближе к Европе, мы думали, что они тогда довольно осознанно знают, что они хотят внутри общества, что они хотят в реформах, не всегда так появилось. Эта логика совсем другой. Когда я вижу общество в бывшем Советском Союзе, я, скажем, очень много работал с, да, с этой регионой. Это моя специальность. Да, да. Я знаю вашу биографию, поэтому я вижу, что, к сожалению, очень часто, и не только в России, но только, тоже иногда среди экспертов в этой регионе, есть то же самое чувство, как я вижу больше в России. Россия видела наша политика как политика по сфере влияния. Считал, что европейская политика политика по добрососедству или восточное партнерство, они были геополитическими проектами, и для нас они вообще не были, были такими. Господин посол, к сожалению, я вижу, что очень часто, так как вы как журналист не задаете этот вопрос, но вы сделаете геополитику. Но если вы хотите называть этого, что мы хотим помочь наши партнеры развивать, укреплять свои суверенности, иметь возможности для своих граждан жить лучше, быть открытыми в экономическом плане в Востоке и в Западе одновременно. Если это геополитика, ну пусть будет геополитика, но я считаю, что это больше... это совсем основано на другие приоритеты. Я вклиниваюсь все-таки сейчас. Можно отрицать, что это геополитический игрок, а можно не отрицать. Но мне кажется, что на сегодняшний день мир настолько сложен, что вот все эти интересы, да, Россия, Евросоюз, Соединенные Штаты, они на самом деле доминируют. Но это ваше право. И у нас в стране принято, по крайней мере, у представителей прессы уважать чужое мнение, да, и показывать демократический настрой. Я скажу вам еще вот какую вещь. Вы затронули такую важную тему, как вот сейчас не модно говорить, не стоит, вернее, нам говорить о том, что у нас проевропейское правительство, проевропейский курс. Вы не первый, кто об этом сказал. Об этом сказал господин Фюле. Помните? Да, он сказал, не нужно вам говорить, что у вас проевропейская пресса. Создайте уже, в конце концов, один раз промолдавское. Понимаете, я верю, что вас это раздражает, представители Евросоюза, на самом деле. Но понимаете как? Вот теперь у нас большие проблемы в Молдове. На самом деле. Вот мы пришли к тому, к чему мы пришли. И вот, столкнувшись с этими проблемами, Евросоюз что делает? Он говорит, а вот теперь давайте так, слово «проевропейский» вы не используете. Ведь были же и другие времена, когда у нас была история успеха. Вот ваш предшественник Дирк Шубель, он часто, например, использовал слово «проевропейский». И это всем нравилось, всем было красиво. Вопрос об ответственности все-таки. Есть ли какая-то ответственность у ЕС за ту ситуацию, в которой сегодня оказалась Молдова? Я считаю, что нет. Потому что мы попробовали. И извините, что я так, как сказать, прямо... Это прекрасно. Прямо скажу. Нет. Потому что, да, мы говорили о истории успеха. Потому что мы видели реформы, которые закончились с визовыми либерализациями. Там было сделано определенные реформы. Мы видели подготовление очень важной стратегии, в том числе стратегии в юридической реформе. Мы видели переговоры на соглашение об ассоциации, где молдавское правительство довольно профессионально вели эти переговоры. И было
действительно, как сказать, основы. Так. Но мы, как сказать, привыкли на этом, что хорошие стратегии подготовиться, да, выполнение, да, внедрение, что когда люди говорят, и так у нас, когда человек тебе говорит, что я буду делать, мы будем делать этот. У нас не принято, как сказать, сразу начинать думать, ну, правда же ли это, что, что за этими словами, да, и так далее. И когда мы видели эти первые шаги, ну, конечно, можно только было приветствовать это. Да, да. Но вы тоже видели, что когда мы сразу, когда мы начинали видеть проблемы, например, когда банковская кризис открывалась перед нашими глазами, мы остановили платежи бюджетного реформы, мы начинали сразу говорить о важных, так сказать, отношениях между этим решением и договоренность с МВФ. Например, да, мы публично делали наш пресс-релиз по этому поводу летом, да, но в реальности этот месседж, это решение уже было принято в марте месяце 2015 года. Но тогда, когда столько начинало быть, мы были дипломатическими, мы, как сказать, дали правительству время до того, как высказать что-то публично, мы дали правительству время договориться с МВФ, найти, как сказать, решение для этой проблемы, начинать работать. Но когда мы видели тогда, что тогдашний министр финансов начинал говорить об этом, что мы не можем инвестировать, потому что международные доноры не даст денег, тогда мы решили, что ну хорошо, нам пора, наверное, публично просто сказать, почему мы этого не делаем, и так далее, и так далее. Поэтому я сказал, что наши действия были ответственными. Так. Мы действительно действовали так, как мы могли при помощи этой информации, которая у нас был тогда. И, но здесь я тоже хотел бы подчеркнуть один очень, по-моему, важный вопрос. Так. Это что я вижу, что есть в обществе определенные ожидания, что кто-то из Брюсселя, да, из Москвы, да, или из Бухареста, или из, ну, можно сказать, Константинополя, будет и придет сюда и решает ваши проблемы. Да. Вы являетесь суверенным, независимым государством. И мы, как Европейский Союз, хотим работать, чтобы в уважении с этой суверенности, чтобы укреплять этого суверенность. Но это тоже значит, что решения, политические решения, которые приняты, решения и ответственность на реформы, ответственность на управление, эта ответственность находится не в Брюсселе, или в Москве, или в Бухаресте, или в Константинополе. Эта ответственность находится в Кишиневе. Да, соглашусь. Вот здесь то, что прежде всего мы сами ответственны, да, за то, что у нас происходит, прежде всего, это факт. Вы знаете, у вас нет ощущения, что вот я все время говорю, как себя ведет Евросоюз, да, а вот как себя ведут наши власти? Они вас тоже, по-моему, не очень, не вас лично, а ЕС, они в последнее время вас тоже не очень любят. Поясню, что имею в виду. Ну, смотрите,
Григорий Петренко. За него пытаются поручиться депутаты Европарламента, да, депутаты Совета Европы. Им как бы, получается, не очень доверяют. Потом последний вопиющий случай, это когда депутаты Европарламента, эстонца господина Кросса, как он сказал, полчаса держали тут у нас в аэропорту, и он сказал после этого одну фразу, что он намек понял, что это за отношения, да, и что он его не забудет. Он вообще очень жестко высказался. Ну, как бы так. Вот ведут себя так. А знаете почему? Потому что уверены, расскажите. Да, потому что уверены, что и это сойдет с рук. И вопрос заключается только в том, почему они так уверены. Скажем так, что я думаю, что когда я объяснил реальности наши отношения с геополитикой, я тоже объяснил, какое, как сказать, недопонимание может быть существует иногда между нашим, между нами и нашими партнерами. Я бы сказал бы так, что мы знаем, и это мы видим в других странах тоже, так, что эти отношения, эта глубокая ассоциация, которая существует, так, без этой реформы, без, как сказать, честной инвестиции в этих реформах, эти отношения не могут развиваться на такими качественными. Так. И молдавское государство и суверенность не будет, как сказать, укрепленным достаточно, чтобы быть частью современной Европы. Я не имею в виду Европейского Союза, я имею в виду нашего континента. И иногда это может быть болезненно слышать от друзей чуть-чуть более, как сказать, жесткие слова. Так. Но если нам было бы все равно с Молдовой, тогда, может быть, не было бы такие, как сказать, прямые и ясные месседжи. Тогда эти условия не было бы там на нашей помощи. Они существуют, потому что для нас Республика Молдова является стратегически важным, важным партнером для будущего, для развития, для стабильности европейского континента. Опять не говорю о Европейском Союзе, просто европейского континента. Что случится с Молдовой, является очень важным вопросом. Нам Молдова важна. И поэтому это не быть условным, не ожидать, не, так сказать, условно поддерживать, не ожидать, что эти правильные шаги будут приняты. Это пошел бы против интересов, самих интересов Европейского Союза, потому что это не стабилизировало бы ситуацию на долгосрочном плане. И поэтому я думаю, что эта политика, и когда вы видите резолюции Совета Европейского Союза, тогда вы тоже обычно видите, что эта политика является уже довольно неизмененным, потому что если я, например, что-то говорю, ну, это политика Европейского Союза, потому что я не, как сказать, делаю свои, я не импровизирую здесь. Я соглашусь с моими штаб-квартирами, мы говорим, мы стоим вместе. Но когда уже 28 министров подпишет резолюцию, это уже довольно, как сказать,
постоянные, да. Являются постоянными рамками для этого политика. И уйти из этого очень трудно. Уйти из этих условностей невозможно, потому что тогда это дискуссия, который был между 28 странами, между под председательством Верховного представителя госпожи Могерини. И тогда это действительно политика, которой согласились на консенсусе внутри Европейского Союза. Господин посол, я абсолютно с вами согласна. Я уверена, что когда вы говорите, что Евросоюзу не все равно, да. Что это так и есть на самом деле. Да. Вот здесь даже как бы не стану спорить. Действительно так, и это правда. Вот под завершение дискуссии хочу напомнить вам слова, которые вы сказали в конце прошлой программы, когда вы участвовали по моему приглашению. Вы сказали замечательно, вы сказали так. Мне кажется, что молдавский народ заслуживает другой власти. Так вы сказали. Лучшей власти. Вы это говорили. Тогда потом состоялись парламентские выборы, вот вся эта ситуация. Вот как вы сегодня ответите на этот вопрос? Молдавский народ заслуживает лучшей власти? Я не, как сказать, буду комментировать, так как мы уже по европейскому плане решили, что мы посмотрим вперед на реформы, и поэтому я не буду сказать что-то, которое кто-то мог бы интерпретировать, что Тапиола говорил, сказал, что правительство господина Филиппа такой, не буду я туда лезть. Я не прошу, я понимаю, но я сказал, молдавский народ заслужит реформы, достоинство, уважение и подотчетности от своего правительства. Это хороший ответ. Красиво. Это ответ дипломата, но он действительно прозвучал красиво. Я благодарю вас за эту беседу. Мне было с вами очень интересно, потому что провоцируешь как раз того, когда ты уверен, что человек умеет, даже не отвечая на вопросы, но говорить какие-то слова, которые объясняют многие вещи. Я благодарна вам. Приходите к нам еще. Наши зрители заслуживают того, чтобы слышать, что думаете вы. Поэтому по разным совершенно поводам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.